Приближается 26 мая, день российского предпринимателя. В Лобне этих дней ждут все горожане, и в этом убедилась Елена Козлова. По традиции, накануне праздника в Лобнинском дворце спорта разложила свои товары выставка-ярмарка. И если исполняющая обязанности руководителя администрации города Анна Куманова объявила старт продаж, то генеральный директор Лобнинской торгово-промышленной палаты Евгений Кошкин пожелал главное. Найти своего покупателя, чтобы ваша продукция понравилась нашим жителям города Лобни. А это и есть главная задача предпринимателя. Ведь предприниматель тем и интересен, что постоянно придумывает что-то новое. Идет в ногу со временем, в духе со временем и даже немножечко обгоняя его. Собственно, так и появляются ноу-хау, предназначение которых либо украсить, либо сделать комфортнее жизнь современного человека. В этом году в выставке-ярмарке приняли участие 212 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Только лобнинских организаций более 40. Кроме того, у нынешней выставки есть тематика – сад, огород, дача. Ну и все, что необходимо для комфорта в придачу. Вот мы пригласили сюда наши лобнинские предприятия. Завод «Лабутин». Его, знаю все, у нас предприниматель, который производит для дачи, для огорода очень много различной продукции из железа, из металла и окна. У него и лавочки, и много-много всяких там вещей, такие, которые для дачников любого в дом это пойдет. Новое предприятие, которое вообще впервые, оно в Лобне только у нас сейчас осваивается, это «Мир каминов», где для любой дачи, для любого даже маленького садового домика есть очень хорошие печи, которые отапливают и держат тепло. И для уличного камина можно поставить, для шашлыков, для барбекю. Ребята привезли, можно очень интересно посмотреть. Есть предприятие наше лобнинское, они представили садовую мебель для сада. Там внутри все здесь помещение находится. Но наше традиционное предприятие строительное, которое, кстати, многие дачники сейчас уже ставят и пластиковые окна, это наша фирма «Астем», которые делают пластиковые окна, любые пластиковые окна, на любой размер, под любой домик сделают. Организация «Карат Плюс» – это единственное предприятие в городе, которое делает любую краску водоэмульсионную, но дачники очень хвалят, потому что она для различных, есть для внутренних и внешних работ, и очень качественная. Даже лобнинский наш жилкомсервис, все домоуправления берут у них краску и не покупают больше на стороне, потому что, ну, на самом деле, качественная. Качественная и экологически чистая. Для любой дачи можно покрасить все, что угодно ей. Завод «Невский» представил детскую продукцию для вот маленьких детей. Всякие качалки, столики, стульчики именно в сад, который ничего не повредится. Это вот очень интересно все. И я уже не говорю о той продукции, которая у нас представляет несколько вот предприятий, находится, которые для обрезки сучков, различные ножи, там различные всякие инструменты для дачников, для огород. Это все лобнинское. Это все находится в Лобне, находится у нас. Вот так играючи, благодаря продукции «Оникс» можно привести в порядок весь сад. С этим секатором может справиться даже ребенок. Не говоря о слабых руках женщины, вот даже пожилые люди очень легко справляются. Секатор с храповым механизмом работает легко за счет храповичка. Режем пошагово. Раз, два, три, четыре. Толстые ветки, срез ровненький, не заминает. Мягкие веточки, малину, цветочки, твердо режет хорошо. Камином 39 на 39 сантиметров по занимаемой площади можно не только обогреть помещение площадью 60 квадратных метров, но и приготовить еду. Потому что они имеют варочную панель. Печи эти могут быть конвекционные. То есть они начинают обогревать помещение через 10 минут, как вы затопили эту печь. То есть довольно равномерно и быстро происходит прогрев помещения. Также эта печь может работать в режиме длительного тления. То есть на ночь мы можем заложить, сделать закладочку дров, и часов 6-8 печь будет вас обогревать в течение всей ночи. А вот то, что будет вам греть душу в течение всего года – цветы, декор – это тоже лобнинское предложение. Люди всегда стараются в любое время украсить свой дом, квартиру. Всегда приятно смотреть, всегда приятно приходить, любоваться, хорошее настроение. Но летом ничто не может заменить живых цветов и деревьев. Фирма «Каштановая роща» предлагает рассаду, выращенную у нас, которая растет у нас в теплице на Луговой. У нас есть перец, помидоры, огурцы, баклажаны и все цветочные
как бы культуры, абсолютно все, от многолетников до однолетников. Это все выращивается и доращивается на территории каштановой рощи в Луговой. Также у нас есть декоративные деревья, у нас есть плодовые деревья, кустарники всех видов и планов. Все районированное. Это то, что значит приспособленное к нашим условиям, к нашей погоде, к нашей зоне. По соседству расположился абакумовский питомник «Сады и цветы». Что покупают в Лобне? Вишни, сливы, груши. То есть декорацию, сирень в основном хорошо берут. У нас все растения привитые. Корневая система здесь не углубляется, стелется. То есть, ну, зимует хорошо, морозостойкая. Ну, все сорта районированы. А значит, жди необыкновенных урожаев. Вот тут вам и пригодится продукция еще одной лобнинской фирмы. Весы Middle с точностью до грамма измерят ваш урожай. А безмены фирмы Middle даже улыбаются от предвкушения приятной работы. Впрочем, выставка-ярмарка не ограничивается только одним направлением. Ведь и зимой, и летом, и дома, и на даче хочется и вкусно есть, и сладко спать. И тут, как нельзя кстати, будет подушка-бумеранг. Ее форма, когда она лежит, позволяет вам во время сна, как бы вы ни крутились, ни вращались, утром она будет на месте, под ушком, там, где ей место. Да? Хорошо. Но единственный момент, что я на спине не особо люблю спать, я люблю спать на боку. Но многие люди спят на спине, ну, шикарно, все, влево-вправо крутится, она все равно, шея, то есть, не затекает у вас. Я сплю на боку. То есть, когда человек поворачивается на бочок, ему его, вот это пространство должно быть заполнено, да? Достаточно просто ее положить, нежно обнять, она все нежно обволакивает, ничего не придает, никакой кровоток не нарушается, вы усыпаетесь. А вот внутри микропух из древесины. Делают его датчане. Коммерческое название «Фосфил». Он тоньше волоса 70 раз, он гипоаллергенный. Он спокойно стирает в стиральной машине. Клещ там не заводится. Существует подушка и для всего тела. В ней может спать не только один человек. В ней может спать и два человека. Смело. То есть вы можете и закинуть ножку на нее, можете сложить, если надо вам повыше. Можете в нее завернуться. То есть каким-либо образом. Если вы легли... Помнили одну сторону, да, а другой человек вам вот под спинку ее подложит, вот туда, ну, подпереть если спинку, то расслабляет сразу еще и позвоночник. То есть она способна, вот если в нее, как, вы в нее ложитесь, как в облако, в эту подушку, просто как в облако в нее ложитесь, 10-15 минут вы прям засыпаете в ней. Она прям вот именно создает расслабление вот всему телу. Она вот. Уже вставать хочется? Конечно, вы же высыпаетесь, вы же не хочется вставать, когда вы не выспались, правильно? А в этой подушке высыпаетесь. Пылесос на ладони – это? Продукция из микроволокна. И эта продукция замечательна тем, что она просто очень хорошо помогает в быту. Вы делаете уборку без всяких усилий. Все эти салфеточки функциональны. Одни для стекол, другие для крупных загрязнений, третьи для пыли. А работают они, вот это микроволокно, работают за счет геометрии самой нити. Эта нить расщеплена в 6 измерениях, в 6. И когда сплетается между собой в ткань, то образуют такие микропоры. И когда вы ее кладете на поверхность, на любую грязную, то она начинает просто впитывать в себя. В этом заключается эффект пылесоса. Но вот эта плотность самой ткани, она обеспечивает, она бывает разная, минимальная там 320, максимальная 560, и в зависимости от этого она берет с метра либо 320 грамм пыли, либо 560, само по себе очень удобно. Однако блеска требует не только квартира, уверена фирма «Нанонстар». Предлагаем раствор для очистки ювелирных украшений, золота, серебра, платины, всех натуральных камней, вплоть до жемчуга, янтаря, кораллов и бирюзы. Даже такие все натуральные камни органические чистят этот раствор абсолютно безопасно для этих камешков. Вот. Я уже не говорю об изумрудах, бриллиантах, я уже не говорю о всех натуральных драгоценных и полудрагоценных камнях. Это однозначно чистится. В растворе нет агрессивных соединений, спирта, силикона, кислоты, абсолютно экологичный раствор. Значит, пройдя все сертификаты в Европе, он получил один из самых известных сертификатов, сертификат ДЕКРА. Это экологически чистый продукт. Пожалуй, единственное белье, которое не скроешь от чужих глаз, это купальник. И к его выбору стоит отнестись ответственно. Что сегодня в моде? Вы знаете, в моде слитные купальники. Вот они опять сейчас вошли в моду. Спрашивают слитные купальники с открытыми боками. Ну и, естественно, треугольники раздельные. Это классика, это еще никто не отменял. Цвета какие в моде? Оттенки малинового, это фуксия, зеленый, синий.
Есть модельки трусиками, которые регулируются по высоте. То есть, если, допустим, женщине нужно скрыть какие-то места, это все скрывается. И если нужно, допустим, загореть, там поднимается шнурочек и ножки открыты. Но хит выставки – это, пожалуй, браслет от комаров. Уникальная вещь. Производится в Финляндии. В браслет вставляете таблеточку. Таблетка действует в течение 15 суток. Гарантия 30 дней, потому что здесь две таблетки. Комарихи не кусают, проверено. Но мошка кусает. Если выходить уже другие насекомые, это химия. А здесь все экологически чистое. Сделано в Финляндии. Берут и детям, и взрослым, и некоторые животные берут. Очень хорошо. Нашейник. Нашейник. Итак, подытожим. На сегодняшний день Лобнинский дворец спорта – самое посещаемое место в городе. Здесь буквально медом намазано. Вкусно, комфортно, стильно, интересно и комары не кусают. Елена Козлова, Алексей Орлов для программы «Акцент».